Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости от компании InstaForex. Наконец, произошло долгожданное событие. Испания запросила у Европы финансовой помощи в размере 39,5 миллиардов евро для рекапитализации своих крупнейших банков. Эксперты ожидали официального запроса после очередного снижения кредитного рейтинга страны агентством S&P сразу на две ступени. Помимо долговых проблем, в стране самый высокий в еврозоне уровень безработицы, а экономика находится в состоянии рецессии. В аналогичном положении, по версии аналитиков рейтингового агентства Ernst & Young, пребывает и Шотландия, что негативно влияет на долгосрочную кредитоспособность страны. Однако многие отрицают схожесть этих двух стран, хотя бы в числе нетрудоустроенных граждан. В Шотландии уровень безработицы не превышает 8,1%. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. До свидания.